Привет, друзья. Лично я доволен вебинаром. Но я, как каждый сомневающийся человек, поскольку я нормальный, я все-таки хочу вас спросить, а как вы восприняли вебинар? Сумел ли я главное сказать, самое главное, что именно усиливая на какой-то момент во время упражнения и делая из этого упражнения естественных, защитных, инстинктивных реакций человека, вы и достигаете освобождения. Вот это супер. Вот сумел ли я это показать? Ну, напишите свои комменты, как вы отнеслись к этому вебинару. Ну, там-то мне писали все и говорили все, как они довольны, как рады, потому что у нас там такое получилось сообщество прекрасное, как хорошо все участвовали. А вот я смотрел сегодня потом контакт свой. И там увидел такую фразу, которую написал Михаил Иофе. Он написал: «Жить надо так, чтобы другим было хорошо от того, что ты живешь». Я там написал: «Ты не возражаешь, если я это поставлю в новую книгу?» Вот сейчас книга, которая вышла уже. Сейчас. Кто не видел. А тут участники школы «Человек будущего» есть со своими именами, со своими приемами. А я еще дополнительно предлагаю вам писать свои афоризмы. Какая прекрасная строчка. Жить надо так, чтобы твоя жизнь была радостью для других. Ну, вот так как-то Михаил Иофьев написал. Ну, пожалуйста, напишите свои афоризмы. Пишите. И свои приемы, которые вы создаете на основе принципов ключа. До встречи!